Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, ну что, забираем с тобой награды. 260 долларов. Это хорошо, потому что мне нужно купить сегодня откаты. Задания я все выполнил. Так, в магазине мы открываем с тобой бесплатно пак. Кто нам там выпадает? Змейка Вьюн. Окей. Ребят, сегодня воскресенье, буквально через час уже будет понедельник. То есть, сам понимаешь, да, 11 часов вечера, все дела. И завтра будет откат. А у меня всего лишь 11 откатиков есть. Ребят, нужно докупать. Нужно докупать, потому что я боюсь, мы с тобой не успеем пройти до 3 звезд. Так что вперед, как говорится, в магазин. Где у нас? Ага, подожди секунду. У нас еще, кстати, с тобой монетки есть. И поэтому приобретаем вот так. А? Как тебе? Как тебе такой расклад? Сколько нужно ресурсов, чтобы прокачать Аллапекс? 10 тысяч мутагена. А у меня не хватает буквально 500 мутагена. Ну ладно, это мы с тобой накопим. Так, назад. Дайте мне приобрести 21 откат. Ой, ребята, не знаю, успею ли я. Надо пытаться, надо пробовать. Короче, в бой, идем с тобой на арену. Подыскиваем максимальное количество кубков. Желать, вот. Это у нас Виталик. Берем Лео. Вместе с Леонардо у меня пойдет тихо ты, Донни. И будем отыгрывать, наверное, с тобой 60 уровни. И надеюсь, что все-таки здесь нам с тобой повезет. Никто у нас не погибнет. Так, ну что, Лео джигает первый. Замечательно. Так, дальше нам Блин Хили, да? Морозильная кошка, как всегда, в своем репертуаре. Я боюсь, ребят, за муху. Оу, щит. Если я ударю, потом 100% будет Рафаэль, да? Ходить. И... слушай, он тоже защиту поставил. Если я возьму провокацию, это будет глупо. Надо морозильную кошку врубать. Поехали. Замедлили. Так, ракеты. Ух, это вообще, ребят, ни о чем. Так, вырубаем сплинтера, если получится. Все, хиляемся. Теперь попробуем с юриками. Так, минус морозильная кошка. Смотрим дальше. Это терпимо еще. Это крит. Да, по-моему, если не ошибаюсь. Нет, это не крит. Это замедление идет. Так, значит, Донателло попробуем вырубить сейчас с тобой. Ну-ка, так, если. А хвостом? Да серьезно, что ли? Ну, а так? Блин, по-моему, сейчас мы с тобой потеряем нейтрализатора. Да, друзья мои, что-то пошло не так. Я немножко в Доне разочарован. Я думал, что... о, еще и массовая атака. Зашибись. Рубим его. Потеряли все-таки мы с тобой одного персонажа. Соответственно, кубков у нас будет на порядок меньше. А я рассчитывал, наоборот, что мы с тобой пройдем все идеально. Так, это я только попаду в мастер 2 звезды. А там еще в 3 звезды нужно попасть и взять топ. Ну, не знаю, как это мы с тобой провернем сегодня. Значит, Донни, конечно, меня подвел. Возьмем тогда мы с тобой здесь... Супер Шреддера. А вместе с Супер Шреддером можно взять и вот этих вот послабее персонажей, потому что они, ну, они сделают свое дело. Причем на изи. Ну-ка, поехали, посмотрим. Начинаем с вертушки. Так, Супер Шреддер, ты готов добивать их всех? Конечно, готов. Положил на изи. Ну что, друзья мои, как-то вот так у нас получается, да, все? Первый бой сфейлили, второй вроде бы ничего. И нет, не перешли. Совсем тяжело идем.
Откатики у меня кончаются, ты сам видишь, да? Больше я нигде не возьму. Так, возьмем майки тогда уж. Возьму тигра. Вот так вот сделаем, чтобы такую вот команду. Не знаю, зачем я взял слабенького Микеланджело к себе в команду. Сейчас я за это поплачусь. Так, давай-ка уклоняшку для начала врубим. Окей. Теперь вертушка. Так, слушай, ну неплохо. Блин, добьешь Карайка? По красоте. Ребята, все у нее получилось. Она вырубила их. Ну что же, тогда мы с тобой двигаемся дальше. И должны взять, в принципе, мастер 2 звезды. Да, какой позиция? 99-я. 99-я. Так, здесь у нас Мэтт, Эдуарда. Кого возьму-то? Наверное, возьму я Мэтта. Лео, Армагон. И раз, два, три. Вот так вот будем с тобой по убывающей идти. Ты прикинь, у морозильной кошки, я только сейчас заметил, ребята, что у нее нету ног. Это просто кусок эскимо. Можно так его назвать. Ты видел? То есть внизу шоколадная начинка. Ну, в прямом смысле слова, шоколадная начинка, а не то, что вы там могли подумать. То есть, грубо говоря, она превратилась в мороженое. Так, ну что, давай смотреть, какое мы сейчас возьмем с тобой место. 89-е. То есть, как минимум, нам еще здесь нужно провести 9 боев. Если у нас это получится, то будет все классно. Если же не получится, то завтра последняя попытка у меня. Это как раз перед обновлением недели. Понимаешь, да? Но опять же, для того, чтобы сделать, нужны откаты. А у меня их нету. Вот в чем проблема. Так, что он делает? Иммунитет вешает. Хиляется, ты прикинь? Получается, что мне сейчас бесполезно делать на них дебафы. Оу, щит. Так, я даже вообще ничего не смогу сделать, прикинь. Ну-ка. Ну, предположим. Так, Рокзара, что тебя так быстро разбирает? Я не пойму. Хильнемся от греха подальше. Продолжаем разговор. Значит, здесь, наверное, слышим мы. С тобой ушатаем. После этого попробуем. Тихо, дебаф не надо делать. Бесполезно. Давай так попробуем. Так, Донни остался. Ну, с ним-то мы уже справимся. Слушай, немножко было напряжно здесь играть, если честно. Я надеюсь, ты понимаешь, почему, да? Чуть было нас не разобрали здесь. Так, 80-я позиция. Джулия, давай, наверное, возьмем Романа с тобой, да? Возьмем Ромку. И раз, два, три. Вот этих вот. Ну, ты сам понимаешь, что Леонардо вместе с Усаги, им ничего не страшно. Вдвоем они порвут любого. Даже несмотря на то, что в нашей команде присутствуют слабенькие персонажи. Так, предположим. И добивающий от Леонардо. Круто. Блин, это только до 3 звезд доберемся. Это если доберемся. А там же еще нужно как-то занять позицию. Хотя бы полтишок, не меньше. 73 место. 16 откатов. Ну что, берем с тобой, наверное, Влада. Нет, 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 не Влада. Я погорячился. Вот, лучше возьмем Кевина. Так, ну что, берем двоих этих. Раз, два, три. У нас 14 откатов. Делим на 2, получается 7 боев. Это только в лучшем случае мы с тобой сможем перебраться в 3 звезды. Это в лучшем случае, если нам фартанет. По-моему, завтра придется все-таки еще немножко напрячься.
долларов нету, чтобы можно было бы купить откаты 10 штучек. Придется за просмотр рекламы. Но что такое 10 откатов? Это 5 боев, если брать это на двоих. 65-я позиция, блин. 65-я. Берем Игоря. Раз, если я возьму, например, Рафаэля здесь. Так, погоди-ка. Попробуем сыграть через вот Зека. Тимати и Ваньку. Короче, я хочу сейчас Рафаэля поставить в провокацию. Ну, попытаться, после Леонардо. А, Зек уйдет первым, ну-ка. Замедлил. Хорошо. Теперь делаем с тобой вертушку. Ага. Смотри, дальше мы берем с тобой провокацию. Ну и в принципе все. Если Роквелл сейчас не сделает, а он не стал делать массовые атаки, тогда все, ребят, тогда мы выиграть должны. Опс, тихо. Повезло нам. Сплинтер делает баф. Ну это ерунда на самом деле. Так, Ванюша, давай-ка мы с тобой... Блин, а как быть? Что этот контратаку делает, что этот? Попробуем гранату бросить. Так, Ванька выжил, слава богу. Так, сплинтера вырубаем. И теперь Рокстеди. Фух, Ванька, повезло тебе. А если бы он сделал массовую атаку, он бы получил урон еще от сплинтера, и тогда бы он упал. Так что не рискуйте понапрасну. Так, 56-я позиция. А здесь я возьму, наверное, Мисси. Возьмем его. Так, отыгрываем с тобой вот этих персонажей. Алапекс. Главное не забыть Алапекс прокачать на 5-ю звезду. И можно сказать, я успокоюсь, ребят. Там уже в платиновых осколках только будет заключаться, да, дело. Потому что надо будет переводить в платиновый ранг. А вот когда? А вот когда это произойдет, я не знаю, ребят. Но явно не в ближайшее время, потому что у нас есть там довольно серьезные персонажи, которые достойны впервые перейти. Так, какую? Давай 46-ю позицию. Блин, все равно немножко как-то отстаем. Так, 11 откатов. Я просто смотрю вот на это все дело, ребята, и мне немножко становится как-то не по себе. 9 откатов остается у нас. Раз, два, три. 9 откатов. Это получается сколько? Ну, 3 боя, да? 3, 4 даже. Попробуем, попробуем с тобой как-то выкрутиться из этого положения. Естественно, Лео, Усаги — это, конечно, топчики. Это топ. Они свое дело делают, причем очень хорошо. И смотрим, куда мы с тобой переходим. Сейчас должно быть 50-е место. А, у нас уже 47-е. Подожди, какое 50-е? Так, 38-е. Это уже меня радует, друзья. Это уже... Во, Таня. Но здесь, знаешь, в чем опасность? То, что Леонардо и Усаги могут не справиться вдвоем, и нам придется брать кого-то третьего имбового. И это будет, наверное... Ну да, Крис... Крис Брэдфорд, мне кажется, оптимально подходит под этот вариант. Тут Майк еще. Надеюсь, он все-таки не будет ходить. Вот он. Ну что, погнали. Давай, 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 Усаги. Постепенно урон Майки уничтожил. Так, а здесь мы с тобой вот так вот. Подожди секунду. Есть контакт. Ну что, как видишь, все отлично. Все отлично у нас получается. И мы с тобой двигаемся дальше. И у нас 28-я позиция. Давайте мне 17-24, пожалуйста. Дайте мне кубков по... Во. Так, Джон. Опять делаем откат. Так, секунду. Я возьму, наверное, сюда
Змейка Вьюна. Я возьму Змейка Вьюна, а вместе с ними пойдет Донателло Космос и Рафаэль. Потому что нужно брать какого-то среднего, ребята, игрока, чтобы он поддержал. Если, понимаешь, если, например, Усаги промахнется, да, постепенно урон не повесит или еще что-нибудь, Леонардо не сможет их добить. А если он не сможет их добить, значит, они, соответственно, будут ходить следующий ход и разнесут моих персонажей. Вот как видишь, как здесь получилось. Для этого нам нужен Змейка Вьюн. Это третье страховочное лицо, так я его называю. И вот после того, как он сделал удар, естественно, мы все зачистили поле и спокойненько идем с тобой. Если бы не было бы Змейка Вьюна, кто-то вот из этих персонажей упал бы. Это уже проверено неоднократно. Можно даже не проверять. Так, ну что, 15-я позиция, у нас с тобой 5 откатов, это буквально сколько? Два боя. Так, Жозе. Берем Лео, берем Усаги. Хотя, подожди, Усаги пока мы не будем брать. Попробуем сыграть вот так. Есть риски в данный момент, потому что инициатива, ребята. И будем надеяться, что у нас не упадет змея-карай. Так, делает Лео первый. Морозильно кошку упала. Вот, об этом я и говорю, видишь? Нет, ребята, ну как же так, а? Короче, делайте выводы. Бакстер, Стокман и Железноголовый — это не самый лучший вариант для вас. Для ранней игры они не подходят. Точнее, даже не, я бы сказал, не для ранней игры, а для поздней. То есть, чем выше вы идете к топу, тем дальше посылают вас в опу. Вот так вот. Да, это был сейчас фейловый бой. Мне за это очень обидно. Очень обидно, ребят. Я просто так сфейлил откаты. Ладно, поехали. Будем сейчас мстить. Сколько нам нужно? Ну, два боя. Это только перейти, чтобы в мастер 3 звезды. Насчет укрепления уже тут даже говорить не приходится. Так, прекрасно. Теперь делаем с тобой вертушку. Блин, да что ж ты будешь делать? Давай, добивай его, Шреддер. Этого Дони. И смотрим результат. Смотрим результат, куда нас с тобой переместят. На какое место. Ну. Третье. Окей, третье, так. Давай мне 17-24. Чё ты жмешься? Вот, Эдсон. Все, ребята, это последние откаты. И последние наши бойцы, которые сегодня будут разыграны. Завтра, если в лучшем случае мы с тобой получим 10 откатиков, да, это получается 5 боев. Ну вот, тютелька в тютельку, ребята, мы не возьмем с тобой топовое место, да? Ну, где-то будем, наверное, на месте 60-70. Но это даст нам, по крайней мере, какую-то надежду на то, что мы заработаем с тобой фуловую награду, соответственно, все 75 осколков платиновых и так далее. По-другому я как бы не приемлю. И как же я забыл вот это вот, а? Что, да, ребят, два дня. Да потому что все пройдено было. Все было пройдено, и я на расслабоне. А совсем забыл про арену. Так, ну что, нам надо с тобой еще сделать. Вот. Прокачиваем. Ну что, ребята, поздравляю. У нас с вами Алапекс получила 5-ю фуловую золотую звезду. И у нее открывается новая способность. Выход из системы. Лисица поражает врага сюрикеном, а потом исчезает в вместительном облаке. Разрушитель увеличивает силу атаки на 40%. Атака на один ход. На 40% это первая только ступень. Ты представляешь, это сколько будет на 6-й ступени? Мне кажется, не меньше 60%. По крайней мере, я так думаю.
Так что, ребят, нам все это предстоит потом увидеть. Так, дай-ка я здесь обменяю. И вот здесь тоже накопилось очень много. Так что обмену. У нас в магазине с тобой ничего нету, да? Мы смотрели уже. Ага, есть. Рокстеди. Ничего себе, захотел втихаря проскользнуть. Не тут-то было. Так, по жетонам, как ты видишь, у меня 480, а нужно 610. Поэтому пока копим. Сейчас мы, кстати, кое-что с тобой сделаем. У нас же испытания пройдены, да? Здесь есть смысл тянуть, а? Как ты думаешь? Есть! Прикинь, с первой попытки. Эксперт снаряжения я получил. Так, а теперь идем. Идем вот сюда. И пытаемся здесь кого-нибудь нафармить. Но не камень Талика, это ясен перец. 40 жетонов. Еще 40 жетонов. Кукла Дарума. Вы специально, вы издеваетесь сейчас? 3 золотых осколка и... Прикинь, вот такой вот облом, ребята. Вот так вот происходит иногда. Просто ничего не выпадет. Всякую шелупень получил, а ни одного персонажа мне не выпало. Ладно. Ничего я с этим сделать все равно не могу. Придется мне закругляться. Серия получилась коротенькая, ребята, но она была сделана для того, чтобы немножечко все-таки преуспеть на арене. А завтра обязательно продолжим. Да и завтра у нас откат будет. Будет буст, надеюсь, без всяких задержек, как на этой неделе. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.